Западные аналитики оценивают нашу армию как армию прошлого века, которая ведет войну методами и оружием прошлого века, использует пехоту, танки, артиллерию. Словом, считают, что наша армия совершенно несовременная. Что вы думаете о таком анализе? Наша армия современная и героическая. Несмотря на то, что у нашей армии, конечно, как у всякой армии, есть и определенные проблемы. Это первое. Второе. Если бы НАТО, прежде всего Соединенные Штаты Америки и их вассалы, прекратили поставлять оружие и средства поражения Украине, то специальная военная операция завершилась бы, ну, буквально за несколько месяцев. А если они сейчас прекратят поставку своего оружия, то тогда СВО закончится через несколько дней. И, наконец, третье. Вообще, всякая война, даже мировая война, может быть завершена очень быстро. Ну, либо если подписан мирный договор, либо если сделать то, что сделали американцы в 1945 году, когда они использовали свое ядерное оружие и разбомбили два японских города, Хиросиму и Нагасаки. Они действительно тогда свернули военную кампанию. Цена — это жизнь почти 300 тысяч мирных граждан.